Всем привет! С вами интернет-гипермаркет детских товаров Акушерств.ру, и сегодня у нас на обзоре три модели самоката бренда Forest Kids. Первая модель на обзоре – это самокат 2 в 1 бренда Forest Kids Twisty. Самокат Forest Kids Twisty – это классная современная модель с очень клевым дерзким дизайном. Отличительная особенность этого самоката является то, что он 2 в 1. У него есть сиденье и классическое использование как самокат. Мы рекомендуем пользоваться самокатом где-то с 1,5 лет. Малыш может кататься на сиденье, как на каталке, а потом очень легко сиденье убирается, и малыш может использовать классический трехколесный самокат. Чем это так здорово и удобно? Потому что малыши не всегда могут очень долго ехать на самокате, они быстро устают, особенно очень маленькие дети, где-то там до 3 лет. Когда они устали, мы просто сделали им сидушку, и они могут спокойно и ехать, и отдыхать. Также эту сидушку можно очень легко перевернуть в другую сторону, чтобы она не мешалась. У самоката несколько положений по высоте. Это самое маленькое. Вот это повыше, и есть еще 2, вполне хватит самоката где-то лет до 5, в зависимости от роста вашего малыша. Самокат оснащен удобным ножным тормозом, колеса передние светятся, а также самокат управляется наклоном. Он выполнен из очень качественных материалов и принесет во время прогулок вам очень много удовольствия. Самокат также удобно складывается и не занимает много места для хранения. Эту модель мы рекомендуем использовать для малышей. Прекрасный трансформер для комфортных прогулок. Следующий самокат на обзоре – это самокат Forest Kids Tandy. Как и предыдущий самокат, это тоже трехколесный самокат, который регулирует свое направление наклонами. У самоката классные светящиеся колеса, очень стильные белые. Самокат представлен в 2 очень стильных, приятных цветах, мятный и нежно-розовый. Самокат очень качественно, все детали проработаны, очень надежные. Это очень важно для детского транспорта. А также у него есть рельефная доска, которая препятствует скольжению ноги ребенка. Этот самокат мы рекомендуем где-то для детей от 2 лет до 5-6, в зависимости от того, когда у ребенка появится желание перейти на двухколесный самокат. И это положение ручки у самоката самое низкое, прекрасно для малышей от 2 лет или где-то с 1,5. Это 2-е, 3-е и 4-е. Ручка очень высокая, хватит точно надолго. Это наша базовая модель самоката. У него нет сложения, но его можно, если вы еще пользуетесь коляской в целом, вешать на ручку коляски. Он довольно легкий и очень удобный. И дальше мы переходим к еще одной модели бренда Forest Kids. Это Loki. Loki в целом очень похож на предыдущую модель, но он еще удобно складывается. Вот так. Удобно перевозить и хранить. Это также базовая трехколесная модель самоката, которая, как и 2 предыдущих, управляется наклонами. У него есть рельефная доска, которая препятствует скольжению, очень качественный ножной тормоз, колеса гелевые, передние светятся при езде.
У Локи также несколько положений высоты ручки. Прекрасно также подходит для детей от 2 лет. Положений у него 4. Это самое низкое. Давайте посмотрим другие. Это второе, третье и четвертое. Тоже прекрасный вариант для детей до 5-6 лет или даже больше. И давай еще. Все эти самокаты с очень быстрой доставкой вы можете заказать на нашем сайте akusherstvo.ru, ссылка в описании.